Подойду, пожалуй. Это наша пациентка, которая обратилась к нам за удалением комочков Биша. Расскажи, как они тебя напрягали, как ты их ощущала. Плюс, если ты полнеешь на 2 килограмма, сразу же полнеет лицо. И поэтому ты всегда вечный хомяк. Вечный хомяк. Вот, поэтому, как бы, дабы убрать эту причину и чувствовать себя более лучше, увереннее, я решилась обратиться к вам. А такой вопрос. Многие люди, у которых гипертрофированные комочки Биша, они жалуются на то, что часто прикусывают щеки. А, есть было такое. Было ли у тебя такое? Да, было очень часто. И это даже, можно сказать, как вредная привычка. Ты просто ее кусаешь и даже не замечаешь потом этого. То есть, получается, часто откусывала. Сейчас у нас прошло около месяца, получается, после операции. То есть отек должен уже практически весь спасть. Хоть сейчас и результат не окончательный, но вижу, что объемчик у нас ушел. Объемчик щек у нас ушел. А когда последний раз прикусывала щеку? Я не помню. Забыла. Расскажи, как решилась на операцию, какие были сложности. Хочу напомнить, что комочки Биша можно удалить под местной анестезией, без всякого наркоза, как, собственно, в нашем случае и произошло. Да, единственное, что затянул немножко нашу операцию, это был смех. Смех пациентки, да, потому что она периодически смеялась, и было неудобно в этот момент оперировать. Но это не помешало закончить операцию. Да, это не помешало закончить операцию и избавиться нам от лишних объемов. Расскажи, как с твоей стороны это прошло? Все было безболезненно, не страшно, так как я решилась на это и осознанно уже шла, не боясь ничего. Наркоза тоже не испугалась, то, что я слушала музыку, потому что мне прекрасно во время операции щекотали пяточки, я смеялась, слушала музыку, и вообще все было замечательно. Отвлекали, как могли. Да, расслабленно, пролетело все быстро, ничего не почувствовала. Получается, помнишь, что через пару часов мы выписали, отпустили тебя уже домой, из ограничений. Сложно вообще было вот это перенести реабилитацию, или даже не заметила, все было достаточно просто? Даже не заметила, но, в принципе, хорошо, когда несколько дней не кушаешь только жидкую пищу. А потом, ну, спокойно, я не любитель просто грызть сухари, корки и прочее, поэтому для меня мягкая пища – это было замечательно. Пюре, йогурты. А такой вопрос. В Брянске я знаю, что, ну, не один я оперирую, и есть еще достаточное количество пластических хирургов. Почему пришла ко мне? Сейчас смотрю Инстаграм, смотрела очень много всех ваших операций и думаю, почему бы нет? Вот почему-то я стала уверена, как бы я посмотрела отзывы, посмотрела вашу страницу и пришла к выводу, что мне нужно туда. Помогло сделать выбор, это, наверное, какие-то отзывы читала, наблюдала за рабочей жизнью, видеоотзывы смотрела? Смотрела и брянские девушки наши, которые делали пластику, смотрела и из других городов, поэтому я была уверена, что попала в добрые руки и хорошие. Плохого не сделают. Да, собственно, так все и получилось. Пациентка получила желаемое, мы убрали объемчик ее щек, и все хорошо, без каких-либо осложнений. Да. А какие планы у тебя на будущее? На будущее? На будущее, да. Поделись. Как капсула времени, вот отправь. Я сейчас, мне полностью сойдет отек, стану просто самой красивой, самой лучшей и самой счастливой. Ничего, жить, радоваться жизнью. И хочу сказать, что если вы хотите что-то в себе менять, то не нужно ждать, нужно просто брать и делать. Такой вопрос. Смутило ли тебя как-то ценообразование? Потому что, ну, объективно, у меня цены немножко, может быть, и не немножко дороже, чем у местных коллег. Нет. Почему? Мы же как вот губы делаем, мы же не идем делать за 5 рублей их, за 5 тысяч. Мы идем тоже к проверенным людям, потому что это твое здоровье, это твой внешний вид, и на этом нельзя экономить. Все, как бы просто.
Посоветовала бы ты меня кому-нибудь еще? Уже. Советовала. Уже тоже мои много знакомых, которые даже в Москве живут, но сами из Брянска, уже про блефаропластику глаз у меня спрашивали. Вот, я говорю, конечно, все, и туда идите. Вот тоже, говорят, много наблюдали за вами, и вот не могут решиться. Я говорю, а чего ждать? Как бы не 20, не 30 лет уже там, как бы, 30 с чем-то. Пора уже, как бы, если хочешь, убрать. Чего ждать-то, действительно? Да. Наша пациентка хотела стать доктором, и некоторые навыки у нее... Как оказалось, имеются. Как оказалось, имеются, да. Я, конечно, еще не пробовал языком снимать швы, но она смогла. И поделись опытом, лайфхак, вот как ты смогла развязать тот узел языком? Рано само получилось. Вечер скучно. Ох уж этот скучный вечер. Вечер скучно, телевизор и швы внутри щеки. Развлекалась как могла, да? Да, вот сняла. Один языком, другой руками. Ножницами и пинцетом. Ничего страшного, все замечательно, как бы. Все было под контролем. Как видите. Все, если... Она сняла швы чуть раньше, чем нужно, но, к счастью, ничего страшного не произошло, потому что слизистые комочки бишем мы удаляем изнутри, и слизистая очень быстро заживает, если вы вспомните, что хоть раз травмировали как-то свой рот, прикусывали щеку, что не нужно было ничего делать, оно все само по себе быстро заживало. Так же и у нас происходит все. Да, все замечательно. Всем пока, с вами был ваш любимый доктор Алексей Федоров и наша пациентка Полина. Вся в татуировку. Как и доктор. И ассистент. Не остановите. Я не буду останавливать. Надо проживи. Эмоцию. Если хочется поорать, то... Ой.